Это Breaking News, и прямо сейчас мы едем выяснять, правда ли, что из-за ремонта по улице Сагынак в Астане некоторых остановок автобусных жителей столицы лишились. Узнаем прямо сейчас. Вот такие кадры прислали в нашу редакцию сегодня утром. Из-за ремонта на улице Сагынак общественный транспорт перестал останавливаться и забирать людей. Толпы пассажиров были вынуждены идти пешком, то есть целый километр. Причем среди людей были маленькие дети и пенсионеры. Разумеется, мы решили проверить жалобу. Сколько автобусов уже мимо проехал? 3. Проезжал. 29-й, да. Смутило, почему не остановил? Смутило. То есть ситуация такова. Эта часть дороги практически полностью перекрыта, вплоть практически до пересечения с улицей Толеби по Сагынаку. Люди с самого утра стоят на остановках и практически больше половины, наверное, автобусов не останавливаются. Посмотрите, вот еще один 61-й, он проехал, хотя должен тут остановиться, по идее. Здесь же должна быть остановка. И в чем причина, конечно, никто из людей не может понять. А на улице почти плюс 30. Я не знаю, в чем причина вообще, почему они здесь не останавливаются. Вроде там остановка, да, стоит? Как всегда, на разгар лета, да, когда нужно ехать, то дорогу делают, не знаю почему. За моей спиной 29 идет, посмотрим, он ли остановится или нет. По-моему, он не собирается останавливаться. Люди ему машут, но да, увы. Увы. Полупустой идет, между прочим. Итого за 20 минут, проведенных на остановке, 3 из 5 автобусов не остановились. Маршруты под номером 27 и 42 своих пассажиров подобрали. Как мы и говорили, только здесь, на пересечении Столби, Сагынак, автобусы наконец-то возвращаются на эту сторону и могут забирать пассажиров. Вот как раз таки один из них подъезжает. Давайте посмотрим, когда толпа сможет вместиться или не сможет вместиться. Наверное, вместится, автобус полупустой. Оказалось, людей предупреждали заранее. На официальных страницах транспортной компании CTS, в Instagram, Telegram и на Facebook. Правда, подписчиков там не так много, и странно было думать, что информация дойдет до каждого, кто живет в этом районе. В сообщении прямым текстом говорилось, что будет перекрыт проезд к остановочным пунктам ЖК Майами и ЖК Шигыс по улице Сагынак. В ближайшее время ремонт еще будет продолжаться, поэтому, скорее всего, эти остановки так и останутся недоступны для пассажиров. Так что призываем столичных жителей тщательнее планировать свои маршруты, чтобы не опоздать на работу в ближайшие недели.